Покажите, пожалуйста, что вы там с кем приехали-то? Поближе мне. Ой, ну Тася, Тася тут вообще. Не трогай ее ручками, так она хорошо сидит. Но, Эдлин, я ее снимаю. Ну, что ж ты не даешь ей это? Дай она покатается там. Она хорошо катается. Аделина, положи. А Тася смиренно все принимает. Так. Видишь, опа, поиграть решила, да? Она говорит, дайте мне отдохнуть. Да? Она говорит, дайте отдохнуть. Ну ладно, вези ее в магазинчик. Так, а шлепки-то что оставила? Шлепки-то что не одеваешь, Аделина? А это что оставила шлепки-то? Обувь-то оставила? Надо на место. Ой, а Тася, Тася согласна на все. Давай. В магазин пошла, да? Все, исчезла. Сейчас будем ждать с магазина. Какая тут телевизор, смотрю. Ну, что там, магазин открылся? Книжечку мне купили. О, купили все, да? Так ты сюда подъезжай, показывай, что купила. Тася ездит, разъезжает, как королевишна. Тася все терпит от Аделины. Ей очень нравится в коляске, да? Господи, на все идет Тася. Как бы ее ни положили, как бы куда бы ни положили, она согласна на все. Тоже как ребенок поиграть хочется. Так, а что ты в магазин сходила? Что купила? Купила игру. Игру купила? А еще что? Книжечку, что ли? Так. А сейчас куда в магазинчик? Надо за хлебом сходить. Да, надо с Тасей за хлебом езжай. Хлеб, молоко надо купить. Пока. Да. А чай? А чай? А вот? Ага.